Продукцию для стратегически важных объектов страны выпускает Люберецкий завод мостостроительного оборудования. В числе его проектов Крымский и Русский мосты, участок трассы М5 Урал, а также он активно работает с иностранными партнерами. Производственные цеха предприятия посетил Владимир Ужицкий. Продукция этого предприятия использовалась в таких масштабных проектах, как строительство Крымского и Русского мостов. Ежегодно завод выпускает 3500 тонн готовых изделий. 600 из них идет на экспорт в Германию. Среди заказчиков – национальные холдинги «Газпром» и «Мостотрест». Мостовые пролетные строения выпускаем, трубы, обсадной инструмент, для бурения инструмент выпускаем, коронки, дрейтейлеры. В основном, основная наша номенклатура – это пролетное строение. Любой мост – это очень ответственная работа и рабочих, и конструкторов, и технологов на всех уровнях. Стабильная работа завода обеспечивается крупными заказами. Сегодня предприятие поставляет изделия для реконструкции трассы М5 Урал на участке обхода поселка Октябрьский, включая строительство моста через Москву-реку. Также завод участвует в сооружении железнодорожной ветви до северного терминала аэропорта Шереметьево. Вот подобные предприятия, я оценил, что они являются неким флагманом, что ли, промышленности, хотите, бизнеса у нашего городского округа. Сегодня обладают современным технологическим оборудованием, современным инструментальным хозяйством. Хорошее, замечательное предприятие. На заводе работают 123 человека. Более 60% сотрудников – жители Люберецкого округа. Предприятие постоянно находится в поиске компетентных сварщиков, слесарей и сборщиков. Глава округа пообещал оказать поддержку в поиске специалистов. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.